Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на кофемашину Nivona Cafe Romantica 779. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Автоматическая кофемашина Nivona Cafe Romantica 779 является воплощением технического совершенства и приготовления вкусного кофе. Модель отличается стильным эргономичным 3D-дизайном корпуса White Line из закаленной стали. Пользователи отмечают простоту использования и дополнительные удобные функции. Кофемашина оснащена более тихим измельчителем в сравнении с предыдущими версиями. Это стало возможно за счет повышенной звукоизоляции, что позволило добиться чрезвычайно низкого уровня шума при работе кофемолки. Благодаря режиму «Мой кофе» пользователь имеет возможность создавать собственные рецепты напитков, которые программируются посредством единого нажатия на кнопку. Программирование рецептов осуществляется в режиме реального времени. Для очистки взбивателя пены предусмотрена автоматическая система полоскания. Режим эко и выключатель позволяют достигать практически нулевого расхода электроэнергии. Программы очистки, ополаскивания и удаления накипи запускаются посредством одного нажатия на кнопку. Для дополнительной эстетической привлекательности используется подсветка чашки. Функции статистики и мониторинга существенно помогают в вопросе технического обслуживания. Другое дополнительное оснащение – система самоочистки, подогрев чашки и кофейника, подача горячей воды, контроль крепости напитка и жесткости воды, капучинатор, встроенная кофемолка, регулировка объема порции. Инновационные системы компании Nivona позволяют получать абсолютно разные вкусы кофе из одних и тех же кофейных зерен. Благодаря трем профилям Dynamic, Constant и Intense и индивидуальной настройке длительности фильтрации, владелец кофеварки посредством нескольких прикосновений может насладиться абсолютно разными по вкусу и аромату кофейными напитками. Это происходит за счет полного управления крепостью, горечью, кислотой и насыщенностью кофе. Nivona 779 позволяет приготовить следующие базовые напитки – эспрессо, лунга, кафе-крема, американо, латте-макиато, капучино. Каждый из напитков характеризуется идеальным балансом вкуса и аромата, что позволяет получить максимум наслаждения от каждого сделанного глотка. Система сбалансированного аромата Aroma Balance System. Три ароматических профиля для достижения максимального аромата и точно сбалансированной экстракции. Поддержка Bluetooth для использования мобильного приложения. Приготовление кофе с возможностью удаленного управления процессом. Цветной TFT-дисплей, цветные графические элементы и текст на четком TFT-дисплее обеспечивают безупречную работу с управлением двумя переключателями. Одно касание спью мотор, приготовление капучино нажатием всего лишь одной кнопки. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел несколько отрицательных. Повышенный расход воды. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Удобство и простота в обращении. Качественная сборка. Программы автоматической самоочистки. 5 степеней крепости. 3 степени смачивания. Очень красивая. Можно приготовить сразу две чашки. Есть управление с телефона. Есть масса настроек приготовления напитков. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!